Огни ночного города сегодня зажигают байкеры. Рев моторов, раскаты тяжелой музыки вперемешку с криками толпы и запахом бензина. Красногорск и Красногорский район принимают оригинальный подарок от ночных волков, которые не могли проехать мимо. Для нас это подмосковный, один из подмосковных городов, который стал очень близким. У нас тут самое большое отделение. Кстати говоря, оно было представлено. Это было самое большое количество людей из Подмосковья, именно из Красногорска. Красногорского района у вас особые связи. На импровизированной арене чудеса техники. Под цветом софитов волки, красобелые и ходячие головы. Преобразил обычный транспорт до неузнаваемости клубный кузнец. На ковку только одного эксклюзивного образа уходит от 3 месяцев. Вы видите мотороллер, а он есть. Взяли базу, усилили. Поставили на него импортный двигатель. Не буду говорить какой. Двухцилиндровый, 4-тактный, довольно-таки мощный, чтобы он мог вести все это железо. Все это создавалось для детей. На смену персонажам из необычной сказки буквально вылетают покорители трамплинов. Стандрайзинг во всей красе демонстрируют лучшие каскадеры России. Сальто, вращение по горизонтали, вылеты на уровне 10 метров. Все для того, чтобы поразить зрителя. Вообще езда на мотоцикле – это опасное занятие. А трюковое искусство, оно тем более опасно, каскадерская работа. Поэтому, но тем не менее, это же все отработанные трюки. Мы же не какие-то сумасшедшие и без головы ребята. Огненно-дымовое шоу в Красногорске «Ночные волки» завершили фейерверком. Таким образом была передана эстафета праздника в небе. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.